Студия Martin Antipods продолжает делать обзор на инди-игры. Сегодняшняя игра – Mini Doom 2. В ней есть 17 уровней и 2 босса. Игра охватывает такой ностальгией к первому и второму Doom. Это игра для хардкорщиков, для игроков из лады. Я просто не знаю, как еще назвать тех, которые хардкорщики. И для обычных людей. Есть три уровня сложности. Легкий, мирный и адский. Точнее, кошмарный. Игра довольно сложная, но идет для слабых ПК. Игра очень интересная. Кстати, если вы пройдете эту игру, кидайте в комменты. В общем, для хардкорщиков балл 10 из 10. А для обычных игроков балл, ну, где-то 7-8-9 из 10. Все это потому, что игра быстрая, нужна ловкость рук. И ловкость просто. И она нервотрепная. Музыка драйвовая. Для нее я бы поставил балл только 10 из 10. Больше и меньше никак. Если вы хотите, чтобы я делал обзоры на новые игры, пишите в комментарии их название, и я обязательно сделаю на них обзор. Ссылка на игру, где ее можно будет скачать, в описании. И ссылка на мой инстаграм тоже там. Ну что ж, а всем удачи и всем пока. Пока-пока.